наконец-то. LGM, как и дай. Я в балабол, что ли, сидел? Рога, он меня это обезвреживает, это ушки. Ты спроси, Рога есть? Ты звук выключил. Кто выключил звук? Ты. Ну, микрофон я отключил по активации голоса. Слава богу. С тебя слышно лицевым, да. Может, на туре я буду ТРЛить, да. Че, ты ТРЛить будешь? Не буду я, нахуй, я норма не ТРЛить. Я это войс, слышишь, я выйду музыку послушать. Ну, давай. И если что, вам просите у других людей. Я вчера танчил, это Вальку на Викиле, не разошлись с этими Стелсом в Бразер. Ваник, готов? Да, взрывайся. Только этот, люди там толстожопые, не лезьте слишком быстро сюда, мощно влево, да. Ваня, лови этого. Кто лут хочет пораздавать? Давай, вайп. Да какой вайп нахуй? Подожди, хилок хинти, блядь. О, танк. Прекратите тебя уешить, бейте моба, блядь, паука, нахуй. Ну чё, нубы, сука. Бейте ёбану. А, там смотри, дать моба. Отворачивайтесь лук, парень, вы что, дебилы? Отворачивайтесь лук, бейте паукана. Хули вы уешите, блядь, кони, сука. Не релить трэш, не убить, блядь, зарыва не можете. Паука убейте, блядь. Бейте два паука. Трэш, блядь, побежал в рейд, а не ауедают. Еще кретины, блядь. Бегите нахуй все, блядь. Резать никто не будет. Убили пауков, ауешьте с лук теперь. Че там, кто лут хочет пораздавать? Желательно, чтобы в руках волос был. Или на группу лути пойдем. Лишь гильдия, там все нормально. Давай на Хризефилакс. Я живу тебе. Ты умираешь, блядь, на тебя лут нельзя давать. Ой, блядь, должен завернуть, типа, да? Yeah.
Я думал, мы умрем. А он сейчас с ДД тринками танчит, смотри, ничего себе. Да, да. Просто жесткий парень. Так, это ловушку обезвредишь, Славик? Кто это её зацепит, пульбасы? Зацепляй, да. Уже бафы раздаем. Вот этот вот то, интоксикация. Почему ты труп оближешь? Срезать его речь. Сказал бежать. Ешьте рыбу, берите штруделя. Кто у нас плевнул? Опять уж один. Пока ушел. Надо быстрее проснулась, смотрите. Бафы смог. Заходите за линейщик. Принимайте рещи, у нас времени не дохуя, блядь. Хотите отдохнуть перед Герой, блядь, или нет? Кулак пристам, зачем кулак пристам? Вот объясните мне, дурачку такому играющему за приста. Начинаем. 2000. Контакт слить. Два пояса, ничего себе. Короче, если вы рулите на off спек, да, если у вас первый спек фуловый там какой-то, то тоже жмете кубик. Потом, если эта шмотка будет кому-то на мейн нужна, то ее передадите. Или порулите между теми, кому она на мейн нужна. Такое, чтобы маги латы или кожу рулили, или кольчугу, блять, а латники ткань наоборот, такого, чтобы я не видел, блять. Чё ты наскал? А то пиздец вам придет, нахуй. Вот, это вообще прекрасно, только вот сейчас осколки сролят люди, которым они не нужны. Точнее, те, которые не по очереди будут идти. Ну, два осколка этому нужно, ДК, правильно я понял? Да, да. А по очереди-то кто первый?
А по очереди хуй знает, смотрите по очереди. Ну вот и все. Вот в этом и правда загвоздка, блядь. Я ну, не смотрите, кто по очереди первый, значит. Сейчас опять кто-нибудь Олегу стуканет, и тебе опять пизда прилетит. Он да тебе уже не... говорил, что ты обычки не в Агру клуб ушел, а ролил нормально. Не, он говорил, аж. Он тебе просто... говорил, ты РЛ был в том рейде. И ты сменил, меня... потом все нормально начал делать. Ты меня заебать решил или че нахуй? Че тебе ну, надо? Че... Нахуй? Ну смотри сам. Вот и все, иди спокойно бей. Живите, Марат, что у меня мут такой. Три дня. Вот посмотрите сейчас список. Кто в рейде есть, кто осколки собирает, и все, и скажите, блядь. Только один остался ставить. Ну вот как. Вот я смотрю, нету никого, нахуй. Вот два осколка и забираю. Ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Да если Багельф нахуй, да хуя такой умный, блядь, базарит нахуй, то давай рейды РЛ лучше нахуй, свою энергию направляй куда надо, ну. А не на споры со мной, блядь. С тобой вижу спорить. Ну ясен хуй, конечно. Танки заберите, мобов сведите их в центр, блядь. Прицел нахуй, чё ты там жмешься, блядь? Своди два жука, блядь, видишь? Чё они бегают? Я думал, что нельзя вместе сходить. Сразу магу гляди, касочку, там, три собак, лапку. Сейчас врезнут тело и там все дадут. Поднимайте маг. Аня, ты слева, давай я справа. Резайте мага быстрее. Алло. Вот. Full buff. Что, приста бафта только нет у меня. Умерли, залейте ему. Давай, нолу векнкс гимна ману зачитай. Все, начинаем бить. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Центральный моб танк. Щит повешал, медики бейте квадрат. Ханты. Два ханта, бейте ханта. Ты не в силах противиться моей воле. Я тап контроль возьму. Успеем же перевести? Похуй, не надо ничего стопать, все успеем. Даже если не успеем, вот. Трэш не выходит. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Ты не в силах противиться моей воле! А у ешки как? Вы в ГБ забираете? В ЕШке все ролим, кубики все жмем. Ой, давай, может, одного хила в ДД все-таки. Смотрите сами, блядь.
А чё там, скучно совсем? Какого ты хила хочешь, ДД? Ну, одного из шаманов. Ну, спроси у них. А вы чё прикол? Вот если бы мне предложили хила спешился в ДД, то я бы, блядь, зашёл на другого чара бы ДД повесил бы. Там прикол в том, что людям смог нужен. Все, дамажить как-то легче. Мне пишет Ку, у меня мут, блять, в этом. Фамилия у самогона я не помню. У меня в друзьях есть Алексей как-то. Благодарю духов, что они послали нам вас. Какая фамилия у самогона? Уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. У меня просто на компе на рабочем не могу зайти в этот. Ну, линия защищена от контакта, я не могу в контакт зайти. С кому ты там говоришь, Ваня? Нормальному попал? Да хз, принял там, да, хивит какой-то нормально. А то, блять, какого-то возьмем, хуй знает. Куклу возьмет тут же, не выйдет. Сейчас еще дать этот вар. Серсея делает себе БДК, так что бойтесь, нахуй, скоро будет. Серсея? Ну а я протопала и полипала делаю. Ну два на протопала это нежный войд который? Не. У меня там другие ники. Ну я в группу скидывал там скрины. Радик, у тебя какой брутальный войд. Ну один тёлка, который холипал, а второй мужик. А ты сам качаешь или до всё-таки до 79-го? До 79-го, нахуй буду качать. Это время. Ну так ты не познаешь всю суть игры за паладина. Ой, прям блядь. Вот эти вот скиллы его. Вот эти печати прям. Да я. Ну до 49-го я качал. А, да запустить надо. Чё там познавать, блядь? Табилки прочитал и все нахуй. Некоторые этого, блядь, даже не могут только сделать. Так они и не делают, нахуй. Они просто, ну, вытаскивают на панель, смотрят на картинку, нахуй, и даже не читают, нихуя. Тыкают и там уже что получится. Ну мне кажется, блять, вот как мне друид дался, сова, там, кот, блять, мишка, дерево, блять, ну легко нахуй. Паладин тоже. Ну, блять, знаешь, сова там прокнула лунное затмение, бьешь одним. Прокнула дневное, блять, ты бьешь другим. Да это да, это понятно. Единственное, вот. Ну, сова, все это простые классы. Единственное, что вот у кота формы менять. У всех, в принципе, формы это менять. И самое вот такое ответственное, это иннеры давать и БР давать. И все, блядь. Если человек не тупой, и нет не лагает, блядь, то нормально все будет. Да, я БР даю, блядь, открываю кнопку О, рейд, запомнить цель, блядь, и даю БР на. Это пиздиш, нахуй. Идёшь, пиздёшь, играю, блядь, чё это идёт, она. Продаю обычно пятая группа, у меня и там хилы, там именно раздаю. Это нереально, блядь. Если ты так БР давал, блядь, мы все вайпы. Чё, я тебя пиздеть буду? Не знаю. Ты чё, мега скилловый, что ли? Не жалуюсь, что ли. Что трудно во время боя орейд, нахуй, жмешь двойку, тройку, запомнить. А запомнить цель зачем? Столько времени, блядь. Ну а как ты выберешь ее цель себе? У тебя рейд фрейма нет, у меня нету этого рейда. Так вытащить можно стандартные фреймы. Так у меня вот пятая группа, только вынесла, зачем мне пол экрана этими рейд фреймами, которые бесполезны. Я хочу посмотреть на босса, там, я не знаю, на трэш, нахуй. Ну, мне кажется, ты иногда по трупу резаешь. Нет, никогда по трупу не резаю. Блядь, прицел. Если он один рядом со мной лежит, то да.
можно. Ну, я и говорю. Ну, типа, не всегда же ты будешь это на рейд, нахуй, запомнить цель. Я обычно в деревнях стою, где-то горят реса, я не буду тело искать, правильно? Чё, кип, блядь? Слав, там хэпал тут мелкий. Хунта, 6к хотел в рейд, если шо, можешь его брать. Ты на ДД пойдёшь, Ваня? У нас лот свободно, ДД. Не, он хэпалом. Конечно, лутанут, я хуй знаю, а чё, Дмитрий зайдёт? Давай, похимишь, я бы на рот поучусь. Кстати, шкаф смойте его. Гром! Костра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Трэш бьем там, не забываем, а то если вайпнем, все ГП накидаем. Иди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети! Димитрий-то у нас вылетел, да? Ты шаришь прицел, да, что когда на тебе руна крови и удар смерти даешь два раза, 4 руны крови появляются. Таунтишь босса, 2 лпшки в него на всякий случай и пару лпшек можешь в трэш на 3-го моба там притяжкой, на 4-й уже таун. А удар смерти? Удар смерти, знаешь, да? Ну, знаю. Ну вот, повелитель удара смерти тебя вкачан. Не понял, зачем мне удар смерти в союзе? Так, ну, блядь. Чтоб ты понял, лпшка, блядь, генерирует больше всего агро. Вместо таунтов, притяжек, которых у тебя всего 2 и дохуя КД, ты кидаешь ЛПшки в мобов. Они сразу идут на тебя, как только они застанены. Понял, да? И иди в центр, в квадрат. В центре бьете, что ли? Да. Ну и чё, в итоге дальше ты чё? Ну вот ты, руна на тебе висит, ты накинул 2 удара смерти, у тебя 4 руны смерти, ты 4 ЛПшки можешь дать. Нажимаешь таунт, с Ваней забираешь моба, когда на него кидается. Кидаешь в сурка 2 ЛПшки и потом 2 ЛПшки в мобов, по одному, по одной ЛПшке на каждого моба. Третьего ты можешь, который убегает на РТД, хватку кинуть, 4-го таунт, ну я так делаю. Чё-то всё сложно. Я говорю, если трэш не сливается, то это ДД виноват, её поим давай. Не, ну ты не видел, как если трэш хорошо танчит. Ты больше запутал меня, я не понял, чё, к чему нахуй. И лучше бы ты не говорил нихуя. Как танчик обычно. Мои правые, Ваня, но, по-моему, твои левые. Так, короче, да? Правый, как мы стоим, для нас. Веселитесь, слуги мои. Крикан на хп нету. Слуги мои.
Энни трэш быстро, да, сожрали? Войск мы. Блять, воля упали. А где ты с импортопалом взялся? А тебе воля на кого нужна была? Да на Вара. А, ты как баш тоже полгода ходишь, или год уже, блядь. Я пугарить вывезти на этого. Что, ты осколок забрал там? Кто осколок, короче? Да, я забрал. Всё. Ну и всё. Давайте дальше, речь. Чумка, кровь, лич. Идёт. Макгрегор 20-ка, 21. Ты ее выиграл. Можешь покупать. Два человека в волю рожила. 33% от того, что я ее выиграл. А это, скажу тебе, шансы хорошие. Ну, Мегатрон 93 кинул, там охуенные шансы. А что ты мне пишешь? Можем волю дать. Кто можем? Кто это такой? Можем. Какая разница? Это норм, конечно, блять. Для чего эти рейды собираются? Чтоб паровозов одевать. Один хуй этот. Если так же ролл кидаешь, да? Кидаешь волю на ролл, он 93 бы кинул. Ну, по крайней мере, вот у нас в гильдии, как мы обычки водим, у нас нет такого, типа, там, от 5.8, типа, волю будем роллить там. Или от 5.7, блядь. Или вообще по ДПСу в трэш там. Ролит, блядь. Хоть у тебя 0 ГС будет, ты ролишь. Для этого мы рейды и собираем. Ну, я лично 0 ГС был, у меня я чешку на рогу забрал. И не зря, блядь. И колбу носовую еще, не забудь ну, вот это. Колба носовую, колба там никому не нужна, блядь. Ну, блядь, меткости не было. Ну, ты говорил, нет. Не хватало, вот поэтому не знаю. Ну, а чё, блядь, почему нет? Я нормально меткость добрал, потом какую-то шмотку забрал. Бой. Бой повис, ребята. Да похуй на бой. Проси в гильдию человека-то, пока Дмитрий офнулся, поменяем вообще ждать. Чё, тебе офнуться надо? Нет, Дмитрий офнулся. Я чё, но офнулся, сколько забрал и офнулся. Чё ты, блядь, обо мне такого мнения? Я никогда не офнулся. Мне просто послышалось, что тебе офнулся надо. Все, завтра крайняя смена у меня. А ты где? На работе в Медвежегорске. 180 километров от дома. Куда дальше? Еще можно дальше, там, если я где хакаточку и 2000 отправить могут. Ну, куда идем? Да-да. Есть бой там кто... в рейд? Ну, спросите там, какие-то. Человек хочет, то одно тело. Ешьте пока. Давайте квадрат.
Ваня, ты берешь мелкий? Угу. Винтовку за 4300 покупал на Серусе. Тут за 700 сколько купит? Ваш трюк. Дураки сверху. Ну, эти метки убейте сначала. Направо сбегайте, тут ловушку чекните. Эти два тела, чё они побежали, блять? Чем ты побежал? Как обновлять бафы, если, блять, нет таких людей? Они вон, блядь. Призрак, нахуй. Ставьте шкаф. Ну а без где?
тебя резнули, нет? Ты тут? Тут, наверное, отошел. Давай, какие к нам. Давай, вторая пати, прист, гимна мама. Иннери залейте апису. Начинаем. Гер. Макс, стань ко всем. А чё, ты как собрал осколки, да? Не знаю, второй падал. Отличные новости. Он вроде да. Море слизи, прицел ты собрал? Да, да, собрал. Генце. Чё, кто-то зайти хочет? Больше нет никого. Слушай, может, может давай я в сову спекнусь, они тут справляются, как бы, не делать ничего. Спекайся. Расправляются. Да, там еще же паладин, я забыл. Тогда вообще охуенно. Всем привет, парни. Привет. Еще раз кого не видел. Один слот с чумки после сурка. Сурка 25 опыта. Что надо вам? Любое тело. Просто пал. Холи прист, может, или ШП. Ну заходи. Заходишь или мы пока тут? А, да. Захожу, блядь. Тихо, боссы, пока не кучи, зайдет человек с умного. ШП будет. Thank you.
что ты там? Сейчас Вовка висит, секунду. Здесь тухофоза надо что-то. Да, а то что тут. Тапки, наверное, надо. Чё там висит или чё? Приём, Гровер, ты где там? Левого игрока, по-моему, нету, да? Ну давайте, блять. Ебаши. Я пока не могу прочитать это. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Септик, ты чё, в ДД, что ли? Я пока не могу прочитать. Да, да. Чё, не в три хила сейчас? Надо подождать. Там ДЦ нормально не справится. Сейчас танка сильнее хиль. Хлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Thank you.
Красный камень у кого-нибудь есть с собой? Куплю. Просто патрон в рубин нужно или что? Да. Сейчас гляну. Есть у меня. Есть. А еще один есть? Еще один есть, но больше нет. А на РПП кто-нибудь может сделать? Да, я могу сделать. Что там? О, это дерьмо убирай сразу. О-о-о-о. Пристабав, дайте. Пожалуйста, еще кто там просил этот? Кидай обмен. Ваня. Слава, спикни, Рассар, на одного босса мне надо отойти срочно. Я офнусь. Рассар, есть танк? 5к. Ну спекайся, в гугле посидишь. 5к, блядь, на фул можно геру танчить. Ну, обычку точно. Тут же модно танка не ролишь. А, ты ролишь вроде как. О, я выиграл бое. Все, иди пей там куклу. Ничего не сломается, как обычно. Давай ДК начинаем. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Иди под зеленую. Велики сразу бейте зеленого. Я пока не могу. Что-то я ничего не чувствую. Сейчас там под зеленого пойдешь. Еще откуда? Зеленого не замедляй, не замедлять? Не замедляет. Всех замедляешь, ты что, квест делаешь, что ли? Нет. Всех замедляешь. Милики сразу в зеленом. Веселеет зеленым. Не бежать на слизи. Не бежать на них. Тупой что ли, блядь? Удачи, блядь. Самый дубина, блядь. Сука. Чё, блядь, пиздец, его. Красный, повернулись. Я должен уйти. Тыкай резче, двигай право-лево клавиатурой. И тыкай единичку резче. Потому что объебемся, блядь. Полный подход. Быстрее, пейля. Зеленого. Не бежать на него. А ты... Ладно.
ты что там в кукле в небо смотришь, что ли? Как вишенка. Да давно не сидел в кукле, забыл, как делается. Давайте, Гер. Колбы 2 секунды. Из-под жопы босса ушли. Ну выведи босса, алё! Не ори нахуй. Босс баганый стоит. Когда кидает лужи или пельмени, он стоит. Смотрит на цель, в кого кидает. Че, давай диван, ну? Чего? Нет. Не надо, если это добьют, так то какие диваны нахуя? Вроде колбу. Сара хильки сильно, а то он вайпнется сейчас. Да, реально че. Пошли дальше. Че ты на боевой сегодня прёт? Чаще в рейды ходите. Кто-то собирает еще, кроме меня, да нет? Да, по-моему, нет. Никто же не говорил. А чё? Спрашивал. А чё кричали-то? Ну, Нуретрик плюсанул. Сколько у тебя осколков? Один. Ну, собирай еще. Пошли быстрее на совет. Макгрегор, давай в БДК, блин. А то 5к там, танк не вариант. С рука подамажил, дальше потанешь. Если Ваня не зайдет. И вы тут, ну? Макгрегор, слышишь? Да, да, конечно. Спекайся пока сейчас это. Подбегайте хилы быстрее. Вырывайтесь. Сара, там всех мобов не старайся забирать, не два БДК. Смотри, чтоб ты не сдох. Один-два моба там стан или контроль. Стойте все внизу. Танки на ступеньках. За контроль лейтенанта и будете играть в остальной трэш. Килы внизу, чтобы вас не откидывал командир. Квадрат в первую очередь. После квадрата крестик. Крестик. Ту-ру-т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 у-
лейтенанта бейте. Сейчас веду еще пачку. Также рослого. Хилы внизу стоите, танки наступил. Прикольник, потом куда. Знаете, босса будет в танке или спектрится? Будешь в танке. Может быть даже издалеча будешь, потому что Ваня может не зайдет. Я пока не могу. Потанчишь двоих выцелов, потанчишь келя. Вторая пати фрист гимноман. Там Ваня зашел, слышишь? Шкаф поставьте. Ставьте шкаф. Мне спикаться? Сейчас, Ваня, Ваня, ты тут? Слабо, блядь. У меня вот ник простой воет. Интоксикация. Поставь шкаф. Как дела там? Он уже добежит какими темпами. Огурец куда ухнулся? На работу ушел кикой. Он сказал? Ну, он сказал, что предупреждал тебе. А, ну я не читал что-то. Писал типа за час, все дела там, не помню. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Интоксикация. Чё, мне танком? Да сейчас уже Ваня с меня, уже в ДД спекайся. Прицел тогда на двоих, Ваня на киллсете. Тыкать. Вот заебись, он прибежал, мы его саманули. Хуен. Пошли, начинаем. Пристабав, пристабав.